Они не носят погоны и званий у них нет, но они служат в милиции и преданы своему делу на все 100. Служебные собаки с милиционерами охраняют правопорядок, ищут опасные вещества и задерживают преступников. Почти 100 в прошлом году в области. Да, эти собаки очень дисциплинированные, ну и артистичные. Служебные овчарки Октябрьского отдела департамента охраны Могилева в «Цветных пятницах». В главных ролях Борис и Вега. И, кстати, Вега в ночь перед съемкой нашла украденную сумку могилевчанки, а утром вышла на тренировку. Вега, посмотри. О, жесть, ползи. Синяя. Рядом. Хорошо, девочка, молодец. Вперед! Хорошо, молодец. Ай, хорошо, молодец. Вперед. Хорошо, молодец. Хорошо, умница. Умница. Сидеть. Рядом. Лежать. Молодец. Стоять. Хорошо, умница. Аборт! Сидеть. Хорошо, сидеть. Молодец. Дела. Да, хорошо. Хорошо, умница.